Как говорится, утро начинается не с кофе. Всем доброго блядского утра, очередной влог. Пришла мне, значит, смс-очка. СДЭК пришли. Двухпоршневые суппорта на мой Mitsubishi. Но я что-то так спешил и так заложил в поворот, что у меня разбортировалось колесо. Сейчас будем менять и ехать на шинку. Легендарное черное поло, ребят. Ну, этот... Пола выручает. Ой, видели вы глаза инструктора? Он сейчас этот хочет это... А, ему звонят. Все. Короче, шинка там, благо недалеко. А теперь к хорошим новостям. Колесо собрали. И... Так, что, моего адреса нету? И хорошо. А, пришли тормоза. Двухпоршневые. 294 диск. И сейчас буду устанавливать его здесь. Самая фишка. Люблю вот этот подъемник. Заезжаю. Ребята работают. Поднял. Не знаю, надо поставить подъемники Лазарев, типа. Или себе отдельный поставить. Не знаю. Сейчас взлетаем, разбираем, снимаем. Задача наша какая? Снять старый суппорт. Скобу. Или скобу. Поправьте меня. Снимаем диск. Устанавливаем. Ну, естественно, красим. Естественно же, тот же самый цвет. Но я думаю, еще в этот раз я и рычаги прокрашу. Обязательно грунт, потому что рычаги черные, все черное, грунт светлый. Покрасим, будем тормозить. Ну, посмотрим. Сейчас диск, тот, который продавался в комплекте шоу, вместе с колодками тормозными. Покатаюсь, посмотрю, как они будут работать. И надо посмотреть еще выработку диска. Вроде как, продавец говорил, что они живые. Если же все нормально, ну, чуть покатаюсь. И думаю, через недельку-другую заменю на новые диски и новые тормозные колодки. Пока что нужно установить то, как есть, и проверить работоспособность всех агрегатов, чтобы понимать, что менять. Поехали менять. Также не забывайте, что в нашем автосервисе можете сделать чип-тюнинг любого автомобиля. Но не только чип, но и прошить. Но не вот эти вот людишки, да, а вот специализированный мастер у нас есть. Он там стоит. Ну, диск относительно в неплохом состоянии. Как бы как сняли, так и поставили. Да? Даже ржавчинки нету. Офигеть. Так, идем дальше. Что у нас тут? Так. Вот такой у нас поршень идет. Ой, суппорт. Скоба, все дела. Здесь также шланг в комплекте. И даже колодки живые. Моя задача открутить от шланга, который идет на суппорта аутлендеровские. Вон те, вот шланг. Мне нужно отсоединить мой Лансера 10 от основной системы. И которые шли с новыми суппортами, там уже шланг, его уже прикрутить сюда, вот по этим местам. Поэтому сейчас вот это откручу, полностью снимаем, снимаем суппорт, откручиваем скобу и высовываем диск. Короче, это самый очень быстрый влог. Здесь что-то для прокачки есть. Здесь наблобин внутри. Высверливать, вкручивать не хочу вообще, заморачиваться. И на одном диске. Вот. Нашел скол. Даже если заказывать, лишние траты я не хочу. Я поищу другие тормозные диски. Ой, другие суппорта. И поставим. Поэтому спасибо за просмотр этого очень маленького влога.